память о товарищах и в назидание будущим охранникам рубежей государства за полтора месяца до дня образования погранвойск и за считанные недели до главного государственного праздника страны – Дня Победы, оренбургские пограничники решили посетить все населенные пункты области, расположенные вдоль госграницы. Мы буквально недавно проехали по восточной части Оренбуржья, встретились со всеми главами администрации, всеми лицами. Все встретили одушевленно эти вопросы. Все понимают прекрасный момент, что на сегодняшний день Оренбург является пограничным субъектом, пограничным районом. Пограничники здесь стали надолго. С запада на восток маршрут вдоль границы предстоит непростой, но, как уверяют служивые, справятся. С собой пограничники возьмут символический кубок. Это знак нашего пограничного управления, символика пограничного управления. 28 мая, чтобы никто не забывал, что день пограничника, что 95 лет на страже рубежей Отечества. Ну и самый символ, главное, что пограничникам всех поколений посвящается. Оружие пограничников – современное и прошлое, эхо Великой Отечественной и локальных войн современности. Некоторые из этих экспонатов покажут в местах остановки эстафеты. Чтобы еще раз напомнить, граница есть, а значит, есть люди, которые ее берегут. Вот эта эстафета, эстафета памяти, она еще больше сегодня поможет узнать о вашей работе, покажет ваши возможности, покажет ваши достижения и еще больше укрепит вот эту вот дружбу, которая сегодня есть на нашей оренбургской границе. Впереди почти 2000 километров пути, 40 приграничных поселков, городов и районных центров. В канун своего профессионального праздника 21 мая участники пробега вернутся в Оренбург, чтобы достойно встретить 95-ю годовщину со дня образования погранвойск страны. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.